Предыдущие 10 дней в Сочи были более чем напряженными. На курорте одновременно проходило 3 крупных мероприятия, в том числе международных. Это Всемирные военные игры, инвестиционный форум и фестиваль искусств Юрия Башмета. Организаторам пришлось нелегко, но город справился и оправдал оказанное правительством страны доверие. Свою лепту в общее дело внесли и местные средства массовой информации, освещая и рассказывая о значимости данных мероприятий. Самую высокую оценку дал президент Всемирных военных игр. Но самое главное, что самую высокую оценку дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И вы знаете, что за ту неделю дважды президент Российской Федерации похвалил территорию. Первый раз он похвалил, когда была у него встреча в Красноярске, он сказал, что вот видите, мы хотим так, чтобы в Красноярске после универсиады инфраструктура работала так, как она работает в Сочи. Ну и второй раз он похвалил как раз за военные игры, сказал, что на самом высочайшем уровне были в городе Сочи проведены. Обсудил мэр с руководителями СМИ вопросы проведения очередных масштабных мероприятий. 28 марта ФИШТ примет тестовые соревнования Кубка Конфедерации. Не за горами Формула-1. Ну а перед открытием курортного сезона Сочи проведет уже традиционный для курорта карнавал. И именно от того, насколько полно осветят в СМИ все эти события, во многом зависит, сколько туристов примет этим летом Сочи. Затронули и социальные темы. Руководители средств массовой информации передали Анатолию Пахомову вопросы, с которыми люди чаще всего обращаются в редакции.